des vaisseaux, qui vont dissimuler. До 27,5 было в первой попытке. Его преимущество над Томом Хильде составляло всего лишь 0,3 балла. 127. Но за счет того, что увеличили разгон, дальность тоже, соответственно, увеличилась. Здесь постоянно нужно держать в уме скорость и направление ветра. Попробую раздобыть информацию о том, какая была компенсация для у Михисы.